Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня мы играем в криминалочку на серии Стрелакс Ролеплей. Можно с тобой, чувак, подошел, и, короче, все ссылочки, чуваки, есть в описании. Да. Сегодня мы будем покупать новую машину, в предыдущей серии я купил себе вот этот замечательный дом и поставил номера на машину. Сегодня я хочу купить еще одну машину. Чё? Еще хочу купить одну машину, короче, все ссылочки будут в описании. IP, группа, модпак, обязательно заходите играть, я здесь частенько играю, можете подписчиков спросить, кто здесь играет, в принципе. А если не жалко, можно с тобой жить? Ну окей. Сейчас, я вспомню команду только. Дом. Пропишите игрока в вашем доме. Все, чувака прописал, короче, все дома, пусть живет. Мне это не жалко, в принципе. Так, заводим автомобиль. В принципе, ладно, если он захочет, он меня найдет сам. Ну а мы поехали за новой машиной. Надо будет еще ее на учет поставить. Еще приютил подписчика я. Лол. Нормально так. Сейчас поедем купим себе машинку. Какую-то хорошую машинку. СМС 176. Ой. Чё он хочет? Он назад сел, ебать, нихера себе. Блатной. Ладно, поехали за новой машиной. Сейчас не знаю, что купим. Я бы мог купить дом на Рублевке, как бы, но не вижу смысла в этом. Как бы и многие писали насчет того, что типа Рублевку добавили на этом сервере раньше, чем я добавил себе на сервер. Я на свой сервер добавил эту Рублевку еще 17 июля. Так что я впервые добавил, я не спорю, ну, я не хочу конфликтовать, как бы, я просто говорю то, что, ну, у меня такая же Рублевка на сервере, как бы. И не, я ее добавил дальше, не спорю, она есть в общем доступе, я уже заебался говорить про эту тему, вот серьезно. Она есть в общем доступе, я просто сказал, и все. Я не говорю, что сервер, типа, ворует и так далее. Сервер хороший, и все нормально. Я просто сказал то, что Рублевку сделали. Такую же, как у меня на сервере, как бы, ну, и все. В этом ничего такого нету. Так, сейчас будем покупать машину. Я не знаю, правда, какую будем брать. Что-то возьмем такое пацанское. О, мотоцикль. Так. О, мустанг появился. Я его что-то не видел. Ладно. Может гели взять? Конечно, гелики не... О, Ямаху добавили. Точнее, не Ямаху, а Хаябусу. Это уже хорошо. Инфинити. Лям 800 стоит. Бэха. 100 тысяч стоит бэха. Лол. Нихера себе. Так, крузак я не хочу брать. Я на самом деле такой Мерседесик бы взял. Но я еще не знаю. Так, Lexus. Lexus, не хочу Lexus. Camry тоже не хочу. Вот такой Мерседес бы я взял на самом деле. Сейчас посмотрим еще тачки. Не, я хочу тут Мерседес. Вот, так. Как его купить там, Игорик? Где она? А, вот. О, что-то баганулось немного. Джет-карт. Все.
Мерседес топовый. Что бы его не купить. Так. Кирилл, снимаешь? Да. Так, сейчас надо вот этого отодвинуть. Чтобы никто не украл, поставим так. И возьмем этот Мерседес замечательный. Это какой, по-моему, S600. Чётенько, чё? Чётенько. Сейчас поставим, покрасим его. Я думаю, блин, Мерс, конечно, это чёткий АМГ. А, ласточка, просто ласточка. Сейчас ждем зеленый сигнал светофора. Я знаю, что нельзя стоять на пешеходном переходе. Но все равно. Так, сейчас. Пойдем сейчас покрасим его. Да, сейчас покрасим. Может, диски поставим другие, если здесь тюнинг работает. Надо его найти только. А то я без понятия, где он находится. Ну, а так все четенько. Так. Посигнаем, чтобы отремонтировать авто. Нам нужна перекраска. Какой же ему цвет сделать? Давайте, не знаю, может, мой фирменный сделаем. 154. Ну, я не помню, что это за цвет, но вроде бы нормальный. Сейчас посмотрим. Чувак просит ему денег дать. Ладно, давайте дам денежку. Ой, по 100 тысяч только можно платить. Ладно, мне это не жалко, в принципе, но я не могу так всем давать. Просто, понимаешь, чувак? На тебе денежку. Так, ждем, пока машина перекрасится. Нас сейчас. Так. Нет, это не тот цвет, какой я хотел. Так, давайте еще раз. 164, но... Не тот цвет, какой я хотел. Сейчас, может, вах, конфетка сочная. Да нет, цвет дерьмовый. Мне такой не нравится. Я думал, это другой цвет. Видос. Сегодня будет видос. Сейчас ждем, пока перекрасится. Во сколько? Через 2 часа. Так, во, так вообще четенько смотрится. Вообще четко теперь смотрится тачка. Цвет еще переливается этот. Блин, Мерс вообще, кстати, четкий прям, блин. Вай. Да. Сейчас поставим на него номера, на учет поставим его. Так. Техосмотр. Так, заводимся. Сколько стоит в салоне этот красавец? Не помню, не смотрел. На самом деле я на туризм смотрел. Выдайте денег. Я вот канал Кирилл Гейм. Что-то он перепутал, чувак, тут бонус. А энтри, тут бонус, как бы, 500 тысяч рублей. Так. Чё, блядь? А как? Чё происходит вообще? Увидели, у меня деньги появились. ЕТН, бля. Его номера выпали. А кто мне денег дал? Реально, вы только что видели, денег до хрена. Ладно, блин. Ладно, я не буду чё-чё, давай подожди, так.
ЧПС, важные места, радиоцентр, городская больница, МОН, ФСБ. Так, работы нет, так, прочее. Площадка техносмотра, листов города Южный, ремонт, покраска. Курс 8, битюнинг, салон ПГТ Батырева. Так, магазины. Ладно, давайте прочее и тюнинг-салон ПГТ Батырева. Давайте тогда туда поехали. Я просто хочу нитро поставить и диски. Потому что что-то не валит. Реально, что-то не валит. Ладно, давайте ему скин дам сет. Скин 11.23. Так. Красный сигнал светофора, соблюдаем ПДД. Сейчас я заеду, еще паркану Мерседес. Мне мой скин вообще нравится, топовый. Я потом себе другой поставлю. Сейчас доедем, короче. Сейчас бы на по встречке ехать. Джайл 3 10 Нон РП. Не работает команда. Драйв. Что за help? Синон. Как выдать Деморган? Снимаешь? Да ладно, блин. Пожалею. Пожалею его. Блин, что он хочет? Го к дому. Даже денег. Тебе бонуса мало, чувак. Все, поехали. Дали ему 200 тысяч. Я не спорю, у меня сейчас 5 миллионов, но, блин, я не знаю, откуда, во-первых, они взялись, во-вторых, я не хочу портить экономику сервера. Так, сейчас припаркую Мерседес где-то сюда. Так, нам нужно еще в тюнинг ехать. Парк. Все. Блять, ну ты, конечно, красавчик. Можно с тобой. Да. Видите, подписчики здесь играют. Я то не прочь помочь им, но тут и так бонус 500 тысяч, чуваки. Как бы вы наглеете уже. То вы ноете, типа, ой, ну БРП с бонусом, то вы пишете, дайте денег. Понимаете, ну некрасиво так. Как бы и так бонус 500 тысяч. Мне то не жалко, я не спорю. Но и так бонус 500 тысяч. Вы обсираете, типа, это ну БРП иногда некоторые пишут. И как бы, ну... Сами понимаете, короче. Бля, еще разбил машину. Блин. Печалька. Но Мерсик топовый. Я думаю, вы со мной согласитесь, что Мерсик топовый. Реально. Топовый Мерседесик прям. Прям охрененный. В этом цвете еще 164 цвет, если что. Каев просто. Сейчас посмотрим, есть у нас там тюнинг или нет, потому что я хочу не тросы и диски ебануть. Эти, вот эти диски, прям вот эти, на 210-м кузове, на волчках, на других вот эти диски прям топовые, мерседесовские обычные. Но все же я бы хотел его изменить, чтобы он был не как все. 167. Можешь, если захочешь, дать, и дать висока на нормальную. Чувак, вот ты наглеешь. Как бы бонус и так 500 тысяч, плюс я тебе еще 200 тысяч дал. Ну чувак, ты реально наглеешь. Вот не люблю таких наглых, серьезно. Походу вот у нас тюнинг здесь. Тут и Батырева я еще не был после глобалки. Филипп Бенсон, привет тебе. Передал. Так, вот тюнинг.
Это круто. Надо будет еще Audi подпинячить. Jet Harry. Блин. Так, тюн. Че не пинячится? Тюны. А че не тюн? Есть там кто-то из админов? Так. А почему тюнинг не работает? Кия, дашь лидерку? Нет, не дам. Этот чувак меня реально бесит. Разработки. А, тюнинг разработки, блин. Ладно. Ну ладно, ничего страшного. Давайте хотя бы починим машину нашу. Так. Тест ремонтируется. Окей, все, починили наш Мерседесик. Что у нас тут поле какое-то? Ну, в принципе, все четко. Все четенько, все классненько. Ну, думаю, на это будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, кто не подписан. Подписывайтесь на группу ВКонтакте. Все ссылочки есть в описании. Обязательно заходите на сайт и ждите новых серий. Всем пока-пока. From the north, she was